Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам, как приготовить французский сырник по диете Дюкана, от которого можно только похудеть. И, кстати, в этом видео я расскажу, где я покупаю заменитель сахара, причем натуральный. Итак, нам потребуется 200 граммов творога обезжиренного, 1 или 2 яйца и обязательно отруби. Вместо муки мы берем отруби. Отруби я беру либо ржаные, либо овсяные. С овсяными отрубями получается более нежные. И заменитель сахара. Вот это природный заменитель сахара с добавлением монахфрукта. Сейчас я вам покажу. Вот он находится вот в такой упаковке. Представьте, здесь 300 граммов заменителя сахара. Этот заменитель сахара имеет 0 калорий, нулевая калорийность. Я его заказываю в магазине Мистер Джемиус, и кому интересно, ссылка будет в описании под видео. Итак, мы берем все наши ингредиенты и смешиваем, чтобы получилась густая смесь, из которой можно сформировать сырники. Вот такая густая смесь у нас получилась. Сюда также можно добавить ванилин, но так как заменитель сахара с добавлением монахфрукта, то там есть какой-то неуловимый фруктовый запах. Еще можно дать этой смеси настояться, потому что отруби разбухнут и впитают в себя излишек жидкости. И вообще здесь надо ориентироваться по собственному вкусу. Кому-то нужно больше отрубей, кому-то меньше. Все зависит от того, разрешены ли вам отруби. И теперь мы формируем сырнички, начинаем готовить их на сковороде с антипригарным покрытием, без масла или с тончайшим слоем масла. И, кстати, всем, кто оставит комментарий под этим видео, я буду передавать привет в своих следующих новых роликах. И вот наши сырнички отлично готовятся на сковороде с антипригарным покрытием. Сейчас я их буду переворачивать. Отлично подрумянились и уже практически готовы. Итак, наши чудесные сырнички готовы. И, кстати, подаю я их не просто так, а с вот таким интересным сиропом. Этот сироп я тоже покупаю в магазине Мистер Джемиус, и в нем всего лишь 20 калорий. Это сироп маракуйи. Очень вкусный, очень ароматный. Сейчас я вам его покажу. Вот он выглядит. Посмотрите, он у меня уже заканчивается, потому что безумно вкусный и безумно натуральный. И в нем 20 калорий. Это немыслимо низкая калорийность. Ссылка будет в описании. И вот это можно все есть без вреда для фигуры. Потому что это очень низкокалорийная, вкусная, полезная еда. И, кстати, кому интересно, ссылка будет в описании. Можно посмотреть полный обзор всей посылки, которую я получила. Потому что там был даже сироп сгущенное молоко, сироп шоколад, это просто невероятный сироп, пломбир. И все они не содержали в себе сахара, а только вот такие вот природные сахарозаменители. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы, я отвечу на все. До свидания, удачи всем. С вами был канал Тутси.